Ну, ключа от ворот у меня нет. Придется сейчас обходить через бурелом и заходить через отогнутую сетку забора. Потому что вот эти ворота, которые недавно появились в товариществе, они, как я их называю, волшебные ворота, они работают вот. Номер телефона ты звонишь, и они открываются. Это дом таможенник. Я про него много раз рассказывал. То есть именно таможенника — это не факт. Просто слышал. Вот, и, короче, меня завораживает, ребят, потому что я привык, что ворота выходишь, открываешь их руками. Я вообще не привык, чтобы они отъезжали. Я привык к таким воротам, в такая палка поперек. Вот каким я привык. Поэтому для меня это волшебные ворота, ребятушки. И вот так нам приходится заходить. Мне эту дорогу показали рабы. Тут, конечно, припахивает известным образом. Ну, что делать? Надо двигаться дальше. Жизнь – движение. А мой канал – это способ двигаться. Скажем так. Ты посмотри, а? А тут вход заделали. Ну, блин, молодцы. И как же я пройду? Ёк-махарёк. Нормальный вариант. Ну ладно. Там должен быть еще проход. Даже не то чтобы должен быть, он там есть.